Привет, опричники! Сегодня у нас на обзоре универсальная штука. Штука самопальная. Это измельчитель. Измельчитель кормов. Измельчитель соломы, сена. Изготовили мы его, повторюсь, самостоятельно. И вот такой вот результат он выдает. Спросите, нафига? Ну, в общем, есть такая проблема. Бычки выбрасывают сено под ноги. Чтобы они его не выбрасывали из кормушек, сено измельчается, и они его не могут уже выбросить. Расход сена падает буквально там на 30% по сравнению с тем, что было до этого. Плюс можно подмешивать в корм солому, зелень, какие-то дополнительные корма мелкие. Также проще транспортировать измельченное сено. Проще замачивать. Можно измельчать грибные блоки. Ну, давайте к самой конструкции. Конструкция представлена рамой от опрыскивателя. Не знаю, может, это полевая кухня была или еще что-то. Тут швеллер и мощные массивные такие вот колеса. Колеса, кстати, гасят вибрацию во время работы. Они немного спущены специально для этого. Бункер — это половина бункера от сеялки. По краям его загнули. Загнули все теми же кусками этого бункера. Здесь сделали защиту, чтобы сюда можно было кидать издалека. Допустим, пол тюка сюда кинул, под вибрацию он падает вниз. По центру конструкции проходит вал. Вал на массивных подшипниках. Вал от комбайна. Привод ременный. Привод ременный. Вот такой вот привод. Тут пружинка. Вот эта штука, кстати, очень легко ставится. Сюда просто вешается грузик в процессе работы. Приводится все это в действие двигателем Subaru GX280. 280 кубиков у него, 5,5 кВт, 7 лошадок. Реальных 7 лошадок, не таких, как в Китае, а 7 лошадиных сил, которые в нем есть. И плюс бешеный крутящий момент. Двигателю, конечно, тяжеловато, в том плане, что тут у нас все забивается пылью, приходится очищать. И воздушный фильтр мы вынесли. Тут сложный воздушный фильтр стоит. Там поролон. В общем, мы его вынесли так, чтобы туда не летела пыль. Ну, кстати, вот цепляется сзади, у нас еще серьга есть, цепляется тележка. Кстати, крошили мы им камыш. То есть можно передвигаться по участку, скашивать и сразу закидывать камыш, измельчать. На расчистке участков весьма нормально так тащит. Небольшую поросль он берет, подсолнечник, бодылку берет, измельчает. Внутри вот у нас три вала стоит. Валы сделаны шпилек. К центральному валу прижимаются тоже шпильками, которые мы загнули. Прижимаются для того, чтобы не было вибраций. Ножи стоят от комбайна ГЛАЗ. 12 тысяч рублей легли ножи. Внизу стоит обычная сетка. Сетка из алюминия. Сеткой мы этой долбались долго. Смысл в том, чтобы ножи чуть-чуть не доставали до сетки, иначе там скапливается неперебитый материал и забиваются отверстия. Поэтому очень аккуратно нужно выставлять все эти ножи и высоту сетки. Так, чтобы ровно ножи доходили до крайних точек. То есть в процессе работы вот этот нож летит, и там вот остается небольшой зазор. Вот он. Потому что если там зазора не останется, то там просто будет лежать эта солома. Прошел у нас данный комбайн уже около 50 часов наработки. У нас убрали фермерское хозяйство, измельчали соломы, сено. И из минусов конструкции могу отметить то, что на высоких оборотах, даже выше средних оборотов, начинается жуткая вибрация. Идет все в разнос.
Ну, потому что тут нет таких подгонок. Серьезных подгонок. И делалось все на глаз, поэтому вибрации начинаются. Также из минусов конструкции можно отметить то, что постоянно с подниза приходится выкидывать целую гору материала, который измельчили. Ну, это ставит человек с лопатой и один человек, который туда закидывает эту солому. И из минусов то, что забивается бункер. Не бункер, а забивается стартер, где охлаждение на двигателе. В основном конструкция более чем живая, доказала свою работоспособность. Может цеплять к мини-трактору, таскать за мини-трактором по участку. И все измельчать. Все, что попадается под руку. Стоило это счастье по материалам около 100 тысяч рублей. Двигатель до 30 тысяч рублей. Вал, бункер, платформа. Может дешевле выйдет. Ножи, наверное, сейчас в районе 15-17 будут уже выходить. Делали мы это все еще в прошлом году. После того, как опробовали. Вот, можем рекомендовать вам. Благодарю вас за внимание. Удачи!